Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Бравл Старс. Звездочка редкая, 25 сил, спасибо большое. Играем, короче, друзья мои, за перла. Мне надо его прокачивать. Еще и тут звезда сверхредкая. Вот. Я за него не играл. Я не знаю, что он из себя представляет. Он первого ранга. Он не прокачан, ша. Надеюсь, без лагов, хотя был один поединок у меня с... Опять это... ну, понял, да? Тормоза, перестройки эти. Что-то у нас команда, я тебе скажу. Да. Одни роботы, блин. Там Дэрил, там еще кто-нибудь. А что у нас за суперудар? Он какие-то монетками что-то бросается, или что он там делает? Да и заберу вот этот кристалл. Тихо. Соня идет, шел, точнее. Достоялся в кустах, да, хмырь? Соня тоже достоялся. Такое ощущение, что с ботами играем, нет? Какое-то такое ощущение. Они просто идут на пролом. Без какой-либо вообще, ребята, тактики. Просто на пролом шпарят и все. Ладно, нам только приятнее, друзья мои. Мы... Кто такой печка, блин? Это печка какая-то. И даже ни одного этого не получил. Даже уровень не получил. Серьезно? Ну там в этой печке кто-то сидит, самое удивительное. Кто-то сидит в этой говорящей печке. Ой-ой-ой. Ой. Ой, команда-то какая досталась нам. Тик, тик пошел вперед. Такое начало довольно забористое. Хорошо бомбит у него вот эта вот ракета, я тебе скажу. Плевун мелкий. Мелкий синий плевун вылез. Давайте не так... Без кому я говорю, блин? Ну сейчас же разнесут там в хлам. Так, у них 5 кристаллов, ребят, у нас только 2. Я стою, жду. Меня разорвало. Йо-йошка, подбери кристаллы там, пожалуйста, а? Тик, пошли. Ё-моё, нафиг я встал-то сюда? Тут же жижа стояла. Ну, это я уже сам косяки делаю, ребят. Нам терять нечего, ребят. Нам надо идти на пролом. Да куда ты, блин? Ну, ёпросы ты, ну! А тик-то где, не могу понять? Куда тик спрятался? Тик, ты бомбишь не тех, кого надо. Так, у нас 12, 13. Мы все-таки отобрали у них, да? Молодец, Тик, красавчик. Как он задолбал своими соплями, если честно. Ну, Тик простоял. Мы его... Такая фигня. Через пол экрана, блин.
На, тик, ты получаешь... Ой, тик, почему я называю тик? Это же этот. Перл. Перл получил у меня второй уровень. Молодец. Не прокачанный, не шиша. Короче, он, у него суперудар, он делает какую-то взрывную волну, которая, видимо, отталкивает врагов. Ну, мне так показалось. Так, тут Пенни. Помню этого пса. Забрал. Пенни, забери кристаллы. Хочет. Так, я на того хмырёныша, ребят, побаиваюсь. А что это за значок? Ну и куда ты пошел? Ну вот куда пошел-то? Ну не дурак ли, а? Так, пора мне, по-моему, немножко отойти, немножко хильнуться. Опа, опа, опа. Бежит, бежит за мной, правильно. Рико, так ему со спины в табло. Меньше всех урона нанес. Ай, перл. Но зато уровень четвертый аж прям. Ты посмотри. Прям перепрыгнул два уровня. Это у нас на Сэм. Дадите мне еще на билетик. Дали. Дали, друзья мои. Ну что, 100 кредитов. Да, мы на этого ворона с тобой будем до посинения копить. Все? Все? Больше ничего не будет? Серьезно? Погнали. Слушай, подожди, а нам... Мы заперло-то все задания. Может, мы уже все задания сделали, а я за него играю. Ой, Эдгар. Это хмырь, я не знаю. Ну, понятно, как всегда, мы в меньшинстве. Что он там сопли свои копит? С нами тик, мы бессмертные, бесстрашные, блин. Вот Эдгара надо бояться мне. Да не только мне. Но это детишки играют, скорее всего, ребят. Вот похоже, по крайней мере, так. Ну, посмотри. Ладно, не будем здесь ничего смеяться и ругаться. Вот тебе и детишки. Наказали нашего братка. А чего он мне встал-то опять? Все, кристаллы у нас. Или боты. Ну, странно как-то играет вообще. Никаких способностей вообще, ребят, не применяет. Как-то... Ну ладно. Мне-то главное отыграть. Вот и пятый уровень.
Окей. Нет, ребят, нам надо еще. Нам надо еще один этап за него сыграть. Еще один этап, чтобы закончить, закрыть. Закрыть перла. А с другой стороны, мне как бы его надо прокачивать до 10 уровня. Ну, как мы обычно это делаем. А это кто? Тоже перл? Серьезно, что ли? Две печки, блин. Смотри, кто сзади мне в спину бомбашил. Вот хмырь-то болотный, а. А пузырик спит. А пузырик уснул. Первый, почему такой самоуверенный? Ты прокачан там до охренения, что ли? А я довыделывался, да? Я попутал. А, такое бывает, ребят. Все. Все оки-доки, друзья мои. Печка бессмертная называется. Ну вот мы и выиграли с тобой за перла. Какие там у тебя фантастики? Фантастик. Так, 1000 монет, шикарно. Сверхредкая, 50 силы. Ну, слушай, нормально. Давай посмотрим, что еще тут за задание у нас. Так. Динамайк, Дэрил или Пенни, да? Эти еще закрыты, непонятно. Мортис или Бас, или Булл. И все разные, абсолютно все разные, друзья. А, вот. Вот тут два задания с Дэрилом связанных. Ну что, поехали за Дэрил, тогда сыграем. Дэрил, Дэрил, Дэрил. Где у нас Дэрил? Вот он. Ну что, Дэрил, готов? Надо давать по шапке врагам. Давай мы тебя улучшим чуть-чуть. Что у него есть? Дэрил крутится вокруг своей оси и стреляет во всех направлениях. Каждый достигнувший цели выстрел наносит 480 единиц урона и заряжает его супер на 25%. Три заряда. Дэрил создает вокруг себя замедляющую область, которая держится 5 секунд. Ну, какой-то бред. Мне кажется, вот это лучше. Поворотное устройство. Оу-хау-хау! Будет крутиться вокруг себя. Робот-пират, ё-моё. Так, одни команды стрелков у нас. Такие начали, да? Там алкаш. Пушку-то это подбейте. Он что, алкаш делает?
Обманочка, как его, а? Нет! Не надо вот этого. Вот так, друзья мои. А, нормально, да? Понятно, что меня подбили. Ну и начинается, короче, веселуха вот эта вот. Глюкогеновская. Я в шоке. Ну и как тут играть? Вообще не по... На ровном месте, ребята, на ровном месте играл. И на тебе, блин. Стой там, блин. Вообще непонятно, блин. С какого фига вот это происходит, бредятина чертова. Да, друзья мои. Ну вот как вот так вот играть, а? А прикинь, какой-нибудь чемпионат вдруг был бы, блин. Ну так просто предположить, блин. И такой вот трюк выкидываешь ты. Да тебя там с говном сидят, блин. Твоя же команда, блин. Просто на ровном месте бац. И на тебе, блин. Трэш. Не нравится мне вражеская команда. Эдгар там, блин. Дурачок с этим, с колесом. Ой, с киркой. Закончились заряды у меня. А чё ты стоишь-то? Он быстрее свой супер применил, чем я. Ну куда ты? Блин, битка пошла. Зачем по шипам ходить? Да куда ты крутишься-то, дебила ты, кусок ты? Кидает именно туда, куда я иду. Эдгар там дурочка валяет. Я даже в ближнем бою, ребят, не могу ничего сделать. Почему кристаллов по нолям? Кто-то кристаллы все выронил, да? Я понял. Так. Вон он, ребята, вон он, ловите его. И никто не справился. Они как были с кристаллами, так с кристаллами остались. Да. Никтошечки не смог справиться. Против Эдгара не подтянули они, друзья мои, к сожалению. Обделались. Ну, что ж поделаешь. Я, в принципе, тоже не сомневаюсь. И не сомневался. О, новый персонаж, ребят. Он что, с гитарой? С электрогитарой типа бежит? Все, отщелкался. Там кто, Шариковый, что ли? Придурок этот стоит. Да куда ты, рыцарь, пошел-то, ну? Кристаллы, господи! Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик! Как чикала, блин, несчастная, блин! Идите, ребята, воюйте, блин, нафиг. Я буду здесь стоять. Все. Хорош. Сиськи мять. Пошел я здесь курить.
И холодненького приму на душу. Все, до свидания. Было шикарно, ребят. У него хоть выстрел вот этот немного отнимает здоровье, когда он кружится. Но каждый выстрел наполняет нам суперудар, и мы сразу же бочкой опять катимся. Вот это, конечно, круто было. Это, конечно, было круто. Так, соточку, соточку. Как с куста. Здесь что, билетик? Нет, 200 монет. Тут всего лишь, ребятушки, 200 монеточек. А вот на новом рубеже, но новый рубеж будет на 7150. Такая музыка-то. Бубнит какой-то, бубнило. С Нижнего Тагила. Давай. Так, давай посмотрим. Мы, по-моему, задарило сделали, да? Так, у нас нет. А, задарило нам нужно еще, понятно. Слушай, нифига подобного, ребят. Два задания еще задарило висит. Продолжаем. Там что, кто там бубнил-то все? Кто там бубнил? О, черт подери. Ну и команда, конечно, против нас. Да, ребятушки. Да, 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 да. Иди поплюй в очко себе. Уйди от меня. Так, кто-то здесь прячется из них. Плевуна, плевуна, зашибите. Никто не стал даже плевуна брать на себя, ребят. Да уйди ты от меня, так бежит, блин. Еще вытворяет этот хмырь. В мясо его, правильно. Кристаллы! Нет, да что ты будешь делать-то, ну? Ну какого лешего-то? Ну ёпрасы ты, ну все, ребят. Я больше буду, наверное, сейчас вот это... Ну что вот это такое, ну нахрен? Почему долбанная связь прерывается? Да все, конечно, тут... О чем тут можно, ребят, говорить? Как я тут? Да тут все, ребят, с этими глюками играть. Себя не уважать, блин. Почему такая фигня происходит? Ни в одной игре такого нету, блин, у меня. Ни в одной игре, вот только здесь, в этом бравле, блин. Придурочно в этом, блин. Почему, ребята, я в него в последнее время, блин, вот и не играю, блин. Именно вот из-за этого, блин. Я не в провайдере здесь дело. Абсолютно не в провайдере, блин. Как вы мне написали. Может быть, в провайдере? Нет, не в провайдере, блин. Вот смотри, сейчас никаких глюков нету, вот. Нет, есть, блин. Ну это... Ну это бред. Но в самом ответственном моменте, ребят. Чик! Я уже и VPN поменял. Я уже не знаю, что уже сделал. Уже на, в настройках там поставил супер заоблачные все оперативы, блин. Извини меня, 40 гигабайт оперативы, чтобы принимать там. Чтобы 8 ядер у меня херачило на эту игру, блин. И бесполезно. Бесполезно. Не помогает это нифига, ребят. Ни в одной игре такого нету, блин. А в этой на. Какие-то обрывы связи, блин. Ты... Не знаю я. Чё уж и делать, не знаю, ребят. Так, задарила я, короче. Выполнил, да, получается? Нет, нифига не выполнил. Не выполнил я ни шиша. Бомбим дальше. Если раньше это начиналось, ребята, как только мы заходили в игру, начинались лаги. Я еще, ну, как бы, ну, мог понимать. Ну, и то это меня вымораживало.
Но когда это уже посреди игры начинается, когда ты играешь, оно посреди игры вот так вот пюк, ни с того, ни с сего, на ровном просто месте, на ровном месте. Вот это уже, ребята, извините, это, конечно, переходит уже все... все границы, я тебе так скажу. Два Макса. А, тут еще Мелоди. У нас кто там? У нас Динамайк и Гусляр, да? Кто там кидает эту хреновину? Отлично. Прям вообще великолепно сыграли. Этому надо было поучиться, друзья мои. Прилетел на вражескую базу. Здравствуйте, я ваша тетя, блин. Получи с ноги в пятак. Ничего умнее не придумал, конечно. Залететь туда к ним. Так, ну что, давай откроем билетик. Опять звездочка. Опять сверхредкая. 200 силы. Но, по-моему, если не ошибаюсь, еще одно задание там надо. Тоже связано с уроном. Да, ребят, с уроном связано. Это, блин, еще 60 тысяч урона нужно нанести. Серьезно? Еще 60 тысяч урона. А следующее улучшение... А, идет на... А, на восьмом уровне идет. Так, восстанавливает здоровье на 50% эффективнее. Увеличивает урон на 15%, если осталось, это понятно. Увеличит количество использования гаджетов на 1. Увеличит урон на 15%. Если здоровье менее 50%. У меня здоровье всегда меньше 50%, ребят. Ну, правда, 15%. Ну, что такое 15%, ребят? Ну, это ни о чем. От 100%, от 100 урона 10%. Это 10 урона. Ну, 15, от 100% это 15 урона. Пойдемте, эй. У меня закончились боеприпасы. Они, ребят, получили 3 кристалла, кстати. Че там, гусляр идет? Погнали сюда. Погнали сюда, блин. Всыпали по первое число, блин. Погнали сюда, блин. Хоу-хоу-хоу, алкаш, пошли. Ну, так понятно, мы в меньшинстве играем, ребят. Короче, этот постоянно в кустах стоит. Ну и чё вы? Понятно, короче. Ну я понял, короче, команда просто сливается. Бараны, идите играйте. Стоят 3 часа, там сопли жевали, или я не знаю, там по микрофону там общались, или где чё. Подмигивают они там друг другу.
корявые дебилы. Какой-то заказной матч был, честно говоря. Между собой там разыграли, блин. Идиоты. И как всегда, вот таких в сливных матчах ничего не глючит, не тормозит. Как только идет нормальный ожесточенный бой, начинается, на тебе. Но если это взял Пайпер, то это, наверное, играющая команда. Ну, хорошо играющая команда должна быть. Пайпером-то не каждый поиграет. Сможет умудриться поиграть, скажу так тебе. Ну, лоб-то, блин, размочить не смог, что ли, это швабри, блин. Я забираю свои слова обратно по поводу хорошо играющей команды. Ауч! Фига тут же скач какой идет. Вот это был поединок, друзья. Вообще как угорел. Да. Нормально. Повеселился Рейчик сегодня. Ну согласись, было круто, блин. Мне даже самому понравилось, как сегодня отыграл. Ну, за исключением тех уровней, когда ребят, конечно же, вылетала игра. Там, ну, не вылетала, а обрыв связи, или, я не знаю, там, или связь терялась. Как это объяснить, я без понятия. Фух. Так, ну что, друзья мои, я, пожалуй, на сегодня завершу эту серию. Блин, как бы вот исправить, чтобы вот не было вот этих вылетов. Тут все настроение, ребята, портит. Понимаешь, ты садишься с хорошим позитивным настроением сыграть, и тут на тебе, все к чертовой бабушке летит из-под рук, из-под ног, блин. Когда у тебя вот это обрывается сеть. Вот. Причем вы писали в комментариях, что у вас такого не бывало никогда. А вот у меня, как ты видишь, бывает. Ладно, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.